Последнее разрешение на съемку. Чё? Разрешение на съемку имеется. Ты будешь туда слазить? Так, смотрите, тут тачки гоняют. Прям по нафиг. Ребят, людей очень-очень много. Чё, холодно? Ну, я думал, он уже поплавал. Смотрите, участковый, реально, мент участковый ходит по пляжу. Здорово, бро, как дела? Ты типа вот так идешь? Давай, да. И зазвенели мои яйца, сиськи прыгали так. Ребят, мы в городе. Сейчас едем на встречу с Денчиком. Заценил мою камеру? Олег, ну чё? До танкера бы долетел. Аурелия, Ялта. Так, короче, 19 градусов, почти 4 часа, без 23. Народу много. Снял. Четко. Ну, какая-то лютая маска, кстати. Напишите в комментариях, вам понравилась маска у этого мужика. Если что, сделаем на заказ и вышлем вам лично в город. А я думаю, что он нам улыбается, когда мы идем. Ну, он увидел камеру на шее, короче. Ты будешь туда слазить? Че, брат, на варик залезть? Ух ты, блин! Так, смотрите, тут тачки гоняют, прям по нафиг. Все четко, ладно. Дэн не хочет гулять, мы без него сейчас прогуляемся. Короче, Дэн, ты тут будешь стоять, а я пробегусь туда, да, вернусь. Ну, вон до моста. Ну, до Дракара. Давай. Ребят, людей очень-очень много. Чё, холодно? Ну, я думал, он уже поплавал. Хрена себе. Вертолет. Смотрите, участковый, реально, мент участковый ходит по пляжу. Вы такое видели, ребят? Ну реально, это ржаще свалит. Смотрите, мужик загорает, бент подошел к нему, что-то говорит. А другой снимает на видео, смотрите, вон парень. Посмотрели, что творится. Коротенький видосик будет о набережной. Здорово, бро, как дела? Смотрите. Тоже нормально. Слышно? Снимаю видосики про набережную. Ну, вообще топчик. Людей много, жара, я снял свитер, мне стало уже жарко. Сколько ты еще там время работаешь? 2 часа. Так. Короче, 19 градусов, это дохренище вообще. Вообще четко заснял. Я не понравился, как он ехал. Это было прикольно. Давай. Давай, я тебя типа не знаю. Ты нет, типа вот так идешь. Давай, да. Че ты снимаешь? Ну, жду, когда ты начнешь. Вот тут цветы как раз, ты можешь там встать. Такие сладкие сиськастые жопастые вокруг. Как жалко, что природа не дала. Мне 10 руки, вот я стал ходить налево, то туда, то сюда. Вот это сладкая жизнь, много других и моя. Да, я знаю, я подонок, как кобель еще какой-то, что поделать, если сиськи это делают со мной. Короче, Олег мне говорил, старый, ты Казанова, но я снова и снова искал подружек сизопильных, это нравилось мне, и все было прекрасно, будто в сказочном сне.
Короче, моя малыха говорит, если ты не хочешь секса со мной, иди ты в жопу, я уезжаю к маме домой. Я подумал, дорогая, почему бы и нет, но наша спальня по всем программам марафет. И зазвенели мои яйца, сиськи прыгали так, подруги бегали ко мне, как малыши в детский сад. Я продержался в этом ритме еще несколько недель, потом мне все надоело. И я подумал о своей. Йоу! Е-е-е! Нормально. Дэн, это было мощно, если честно. Я даже не ожидал от тебя такого. Как ты вообще научился? Как ты к этому пришел? Ну, вообще, к рэпу. Сколько лет тебе понадобилось, чтобы так читать? Я подготавливался. Это чисто... Меня всегда так сильно прыгает, когда Айка садится. Но это чистая импровизация, да, была? Почему ты роллы не показал подписчикам? Это роллы? Это чисто ялтинские роллы. Их хавают люди? Суши, роллы. Ну, Дэн говорит, что они вкусные. Ну, я думаю, их надо в микроволновке сначала греть. Ну, то есть закидываете одну, короче, в микроволновку, она готовится. Только долго не грейте, потому что неизвестно, что с вашей микроволновкой может случиться. Палочки побольше надо. Ну, палочки, да, помощнее. И двумя руками вот так палочки надо сжимать. Ну, то есть это не для вас, точно. Дэн, может, умеет так делать, я не знаю. О, эти убрали. Тут были ленточки. Ну, ленты были такие длинные, прикольно, их убрали. Ты еще можешь, это, станцевать, я тебя сниму. Дэн, это ж круто, ты типа танцуешь, потом врубается рэп, ты начинаешь типа читать, потом опять типа танцуешь, а потом едешь на моцике, типа так. Прикольно. У вас есть разрешение на съемку? Чё? Разрешение на съемку имеется? Да, дома. Да, я не знаю, может, ее даже... Добрый день. Мой наверх там. О, да, Лена работает. Что будем делать? Короче, решай, что делать будем. Едешь до хаты? О, если могу снять. А? Ты что радуешься? О, здоров. Как дела? Нормально, ты чего, блядь, не волнуйся. Ё-ма, так вон банкомат. Да, сегодня Москва. Ну что, ты идешь общаться к пацанам? Сказать, здорово, мы-то братья, я просто сейчас, короче, куражу в очках. Ну-ка, вас ожидает. Что там за тачка? Как дела? Бургеры сегодня были зачетные. Да. Короче, ладно, что? Давай, Дэн. Давай, позже я буду в городе, наберемся. А, вечером, если что, звони, может, что-нибудь замутим. Тут такая небольшая прогулка, все как обычно, по стандарту. Поэтому всем мира, добра, позитива, респектоса. Погнали!